Сотрудничество с тюменскими предпринимателями планируют наладить бизнесмены из Томска. Сегодня делегация посетила резидентов технопарка. Также состоялась биржа контактов с представителями торгово-промышленной палаты нашего региона. Конечно, стало сложнее, стали жестче проходить тендера. Все считают деньги, мы их тоже считаем. Все идет вперед. Мы видим хорошее, большое будущее. В том числе в Тюмени, потому что это здесь находятся ключевые наши заказчики. У нас большое внимание вашему региону. 11 томских предприятий представили свои услуги в области нефтесервиса, медицинского обслуживания, производства строительных материалов. И достаточно быстро нашли партнеров в Тюмени. В городе Томске оказалось предприятие, которое изготавливает светодиодные светильники разных конфигураций. И что для нас хорошо, они готовы именно для нас, под нашу спецификацию, изготовить светильники с теми параметрами, которые нам необходимы.